В Переславле у двух пенсионерок подряд побывали мошенники. Установлено, задержанные, обманув, похитили у одной старушки 51 тысячу рублей, у второй 85 тысяч. Переславские сыщики быстро вышли на их след, оба задержанных из Рязанской области. Один из мужчин ранее уже был судим, сообщники арестованы. Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают пенсионеров быть осторожными. В Переславском районе в полицию поступило два заявления от пенсионерок о кражах денежных средств. Пропажу они обнаружили после того, как их посетили двое неизвестных мужчин под предлогом проверки электросчетчиков. По фактам краж были возбуждены уголовные дела. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые задержаны на территории соседнего региона.